Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом PixelMod. В прошлом эпизоде мы побывали в аду и уже себе сделали вот компьютер, вот этот. И в этом эпизоде, я думаю, уже посвящу его охоте на покемонов. Может, если повезет, еще прокачаю 3 уровня нашему Меджикарку, рыбке, и он уже эволюционирует в Гюардоса, как-то так. И он, кстати, будет очень сильный. И, если повезет, найду черные априконы. И буду себе делать еще больше покеболов. Так, ну что ж, поехали. В каком бы направлении пойти? Думаю, где-то сюда. Может, еще повезет, найду Пикачу. Буду бежать где-то в этом направлении. Может, еще сундуки найду. Ну, в которых может попасться различные вещи. Могут. Так, waypoint, да, поставил. Да, вот тут. Зеленые. Тут вообще ничего нет. Какие-то однообразные покемоны везде. Вот эти коровы и манки. Других почти нет. Красные. Они нам тоже не нужны. Да, что-то вообще нифига нету. Ни априконов, ни покемонов, ни сундуков. Ладно, думаю, сюда пойду. Куда-нибудь. Хотя, не, думаю, сюда. В этом направлении. Так как в пустыне вообще ничего нету. Вот на песке. Черные или какие? Думаю, да. Наконец-то. Черные есть. Сейчас бы еще каких-то покемонов найти. Какой маленький. Так, красный опять. Что это за покемон там был? Фиг его знает. Кстати, вот тут, в таких лесах, снегом, обитают как раз такие покемоны, которые вообще не имеют атаки, и на которых можно, ну, спокойно развиваться, качать своих покемонов. Если повезет, найду. Уже прокачаю у нашего Magikarpа, и может немножко Charmeleon'а. Какие-то приколы. Розовый. Ладно. А ну, нападу на этого покемона, с него вроде выпадает, выпадают железные слитки, когда его убиваешь. Нифига себе урон. У меня больше? Да. Вот железные слитки, не знаю сколько. Упс. Ну, где-то 2-3 штуки, думаю.
Так, один уровень уже прокачали в Magikarp, еще два. Потом покажу, какой будет, какая будет следующая эволюция. Опять желтые. Это розовые. Это... Не вижу. Белые. Тоже не, нам не нужны. Красные. Кстати, вот этот покемон, на котором можно качаться, только это первая эволюция. Ну, тоже нормально. К нему близко подходить нельзя, так как он сразу телепортируется в другое место. Кстати, это те фишки, чтобы делать камни для покемона, для некоторых. И, не знаю. Да, вот этого покемона я и хочу. Это очень редкий покемон, очень. Вартор, как-то так. Его, кстати, можно выбрать на начале, когда тебе предлагается 4 покемона на выбор. Ну, думаю, я его фиг вообще захвачу. 27 уровень. Кстати, он нас сейчас раскидает, я так думаю. Да. И неплохо. Хотя... все-таки думаю, что да. Не знаю даже, что делать. Если я его попытаюсь захватить, его фиг захватит, потому что он большой уровень, и у него... Еще нужно немножко убрать жизнь, чтобы был больше шанс его поймать. Ну, хотя фиг его знает, попытаемся. Ну, думаю, что не поймаю. Миллион. 70%. Миллион. Твою ж... Да, еще и убил нашего покемона. Зашибись. Еще этого убил. И уже нету покеболов. Ну ладно, зато нашел черные априконы. Теперь можно будет их выращивать и делать еще покеболы. Да, где он? Вот. Теперь я его нашел, но покеболов нету. И потом, как назло, когда буду иметь много покеболов, фиг его найду. Это как всегда. Ну теперь домой нужно возвращаться. Ну ладно. Как раз по дороге. Так, я еще слышал одного покемона, которого я хочу. А, нет. Это была эта овца. Буду возвращаться домой, может по пути еще найду немножко черных априконов и может... Может еще что-то, сундуки. Да, тот покемон был сильный, даже очень. Его вообще трудно словить, даже если у тебя там 20 покеболов нету. Не то, что как у меня одна был, один покебол. Так, сейчас... Так, что-то меня выкинуло с Майнкрафта, я перезашел и обрезал. Думаю, ничего страшного. Так, наш дом вот тут. Тут вообще ничего нет. Вот. Пробежимся еще вот тут. Может что-то найдем. Фиг его знает. Да, кстати, вот. Так, что это за покемон? Вот это нам тоже нужно, чтобы делать те же самые раркенди и прокачивать нашего покемона, наших. Кстати, сейчас будет еще найти немножко тростника.
слушать. Еще потом нужно будет немножко рыбы добыть, поубивать меджикарпа. Да. Так как я говорил, тут в пустынях вообще ничего нет. Просто-напросто вообще. Ни априконов не попадаются, даже нормальных... Да, вот я нашел что-то там спереди. Не знаю, что это. Или гора, или... Сейчас посмотрим. Да. Может, что-то путевое здесь попадется. Не знаю. Сейчас посмотрим. Железо... какое железо? Золото нам тоже пригодится. Ну, железо тоже. Нифига себе. 5 диамантов в одном сундуке. Ну, неплохо, неплохо. Берем, конечно же. Золото. И тут изумруд. Ну, пусть будет. Так. Думаю, это нам нафиг не нужно. Да, можно сказать, повезло. 5 диамантов не каждый раз встречается. Возьмем ТНТ. И думаю, можно подниматься. Да. Повезло. Сейчас. Где тут выход? Где-то тут. Ну, даже не знаю. Думаю, на этом можно закончить этот эпизод. Как я надеялся, мы не прокачали нашего Меджикарпа к 20 уровню. Ладно. Зато нашли в сундуке 5 диамантов. И что? И наконец-то нашли еще 2 черных эприкона, которые можно будет посадить и уже наконец-то делать себе еще больше покеболов. Ну что ж, думаю, да, на этом можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.